Что маме сообщить? Ничего. Сказать, что мы пробудились сами, без будильника. Быстро оделись, почистили зубы. Я видела, как Егор качественно чистил зубы. Не надо хвастаться, да, лучше по делу. Позавтракать плотненько и в хорошем настроении побежать на наш любимый автобус. Да, наш любимый сад. Нас ждет прекрасный день сегодня, который нас чему-то научит новому. И мы вечером, когда поедем... А какая планета? Сегодня Венера. Венера отвечает за удовольствие. Вот это... Венера самая горячая! Да, и, конечно, самая чувственная, самая страстная. Она леди, это планета леди. И она как раз способствует наслаждению. А что для нас наслаждение? Это активный образ жизни. Это вкусное, правильное питание. Вот это очень вкусное для меня. Хорошо, родной, локти убери со стола. Локтевые суставы. Мне нравится вот это. Хорошо, ребят, локти со стола убрать. Локти со стола убрать. И вкушаем божественную пищу. И давайте поблагодарим маму за то, что она нас любит, за то, что она нам дает все самое лучшее, она о нас заботится. И мы, чтобы порадовать маму, будем сегодня вести себя хорошо. И все, что мы делаем, все во благо нашей божественной маме, которая дала нам жизнь и любовь. Точно, ребят? У нас же самая лучшая мама? Определенно. Когда я ем, я глух и нем, и рот закрываю. Егор, вот смотри, мы сейчас маме покажем, как мы красиво сидим. Покажи мне, как ты умеешь красиво сесть. Ты задумался? Ты вошел в дзен? Ты жуешь 20 на левой стороне, 20 на правой? Ну хорошо, будем неспешно делать то, что нужно.